В этом году что-то странное. Цветет клюква, а в ней грибы. Вот так. Июля, первый цветок пассифлоры инкарнаты. Ну вот, бутончиков много. Буду собирать. Вот она, лаванда, которая белая. Была белая, и вот она расцветает. Вот тут она белая. И вот она распускается, расцветает и будет фиолетовая. И вот это тоже белая пока еще. И вот еще белая. А рядом куст фиолетовый. Ну и вот она какая чудесная. Это белая лаванда, которая распускается фиолетовыми цветочками. И какое количество здесь пчел? Вот такая роза. Начало цветения и конец. Я слышала, как женщина в садовом центре говорила: «Ой, я гортензии не покупаю, они у меня вянут». Ну, так приблизительно. Сейчас я вам расскажу, почему это происходит. Была гортензия. Посмотрите, как она мучилась, как мощно оплели корни. Не знаю, что это за земля. Видите, да? Ее посадили в другой горшок. Вот с такой землей. И залили. Корни не растут. В итоге получается вот так, когда вы приносите домой. Процедура реанимации. Ставим гортензию в воду. Отмачиваем корни. Цветоносы все надо срезать. Ну вот так приблизительно. 8 евро. Корешки неплохие есть. Я их подрежу немного. И посажу в новую почву. Так, сажаю. Кислый торф, песок, биогумус, агроперлит. Сравниваем цвет почвы. Это было. Это стало. Все, поливаю и накрою вверх пакетом.
Наш урожай крыжовника. Идет дождь. А я тут снимаю, пока он еще есть. Этот крыжовник. И томаты в крыжовнике. В этом году хит просто. Китайский лимонник поднимается, конкурирует с клематисом за место под солнцем. Ну, я думаю, они как-нибудь разберутся. Гортензия ванила фрайс зацветает. В этом году у нее такие мощные ветви, прямо стоячие. А это широколиственная гортензия, которая перезимовала. Это новые побеги. Старые, конечно, помёрзли все. Клематис в этом году радует. Только этот распустил свои цветочки на самом верху. Ну вот здесь тоже есть. Видимо, в августе будет радовать. А это самосев календулы. Сплошные джунгли. Надо здесь прорядить. Вот каждый день я собираю урожай. Цветочки сушу на зиму. И каждый день распускаются новые. Голубики не видно. Ну вот она, распустившаяся красота. Пришла заснять перед сбором. А это уже сухое. Павловня, краса. Все это наросло за вот пару месяцев. Стояла такая палочка. Гортензия Самарская Лидия. Очень красиво расцветает. Мальва. В этом году не так дружно, но все равно есть. Эхинацея. Перемешку с помидорами, которые не вошли в теплицу. Ой, космос, наконец-то! Распустился. Цветы моего детства. Посадила везде. Опять эхинацея, другой сорт. Очень люблю. Рядом с лавандой. Монардой. Монарда и космос. Космея. Шалфей трехцветный. Выпустила цветоносы будлея. В этом году вымахала. Вот какая. Высокая. Пеларгония с плющом и лабелией. Моя розочка компашен отцветает и зацветает заново. Что тут на моей клумбе творится? Лантана отцветает. Гибискус зацветает.
И ларгония наконец-то показала свои цветы. Ну и фрезии в этом году отдыхают как-то. Последняя гортензия как-то припозднилась она. Вероника колосистая. Ой, сколько тут пчелок. Все пчелы на Веронике. Огурчики. Наконец-то пошли огурчики. Пассифлора только цветами радует пока. Бутонов полно. Тут у меня посажена морковь, и она как-то перцем мешает. Ее вообще-то можно уже убирать. Вот она, моя новая клумба, как бы, с бархатцами. По центру азимина. Ну, наращивает зелень, да. И корни, наверное. Ждем красотку. Шалфей мускатный насеялся, заполонил там все на свете. Везде, где только можно. Цукини наконец, так же как и огурцы, наконец начали расти.